Всем приветики! Я хотел бы вам показать, что делать, если у вас вдруг залип акселерометр. К примеру, у меня такое было, и я понял, что он залип, когда хотел посмотреть сериал, повернул телефон, а телефон не повернулся, хотя функция поворота у меня включена. То есть я повернул, а оно не повернулось. Я зашел в другое приложение, потому что я подумал, может быть, с приложением что-то то же самое. В общем, я проверил в нескольких приложениях, где должно поворачиваться. И экран не поворачивался. Я понял, что что-то с датчиком. И я решил это проверить. Зашел в настройки. О телефоне. Но это так... Мне нужно... Я хотел попасть в инженерное меню. И в Xiaomi это можно сделать, нажав много раз на версию ядра. Это напишет инженерное меню. Как в остальных телефонах открыть инженерное меню, я не знаю. В Xiaomi так. Вот. Нашел свой акселерометр, и вот у него три стороны, и они постоянно меняются, то есть в зависимости от положения телефона. А у меня было так, что две стороны менялись, а одна стояла. То есть как бы я не вращал, одна циферка не менялась. Она постоянно была одинаковой. Я понял, что датчик залип. И что я сделал? Я просто взял так вот. Это мягкая поверхность, а у меня был стол, и я на небольшом расстоянии от стола просто бросил такой телефон. Ну, он прям ударился. Здесь он, конечно, не ударится, потому что это кровать. А там он ударился. Ну, правда, расстояние было небольшое, может, где-то вот такое вот. Ну, короче, небольшое. И после этого задвигался. Ну, просто я просто держу телефон, смотрю, не двигается одна цифра. Я думаю, залип датчик, что делать? Думаю, а что если просто, создать удар, чтобы он дернулся и отлип? Ну, и бросил. И он реально, и третья цифра реально зашевелилась. Я такой, о! И таким образом я вывел свой датчик из такого состояния, когда он залип. То есть там где-то он за что-то зацепился, я не знаю, или может туда пыль попала, и он не мог повернуться. А после удара он провернулся, и все. Вот. Таким вот образом можно вывести свой датчик из состояния, когда он залип. Просто немножко, создать такой небольшой удар. Не сильно, конечно. Ну, моему телефону такое не страшно, потому что он у меня много раз и с рук падал на пол. И ничего с ним не было. Тем более у меня еще чехол такой серьезный. Как бы такие чехлы, они идеально спасают от ударов. Потому что здесь не только силикон, но еще и вот эта вот крышка. И когда вот он упал так вот, в принципе, ему ничего и не было. Вот. Таким вот образом можно решить проблему, когда у вас залип акселерометр. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.